От правильно выбранной профессии зависит будущее человека, поэтому очень важно не ошибиться. Прикубанский центр занятости населения организовал встречу учащихся выпускных классов с представителями вузов и СУЗов с целью познакомить школьников с профессиями, пользующимися устойчивым спросом на рынке труда. Мадина Каракетова подробнее. Ученица 9 класса средней школы села Счастливая Милана Каркмазова предполагает, что ее профессия будет связана с медициной. Окончательного решения она еще не приняла, поэтому эта встреча и предлагаемые вузами презентации будут для нее весьма полезны. С большим интересом Милана приняла участие в мастер-классе по сердечно-легочной реанимации, проводимом студентами медицинского института Северокавказской государственной академии. Из короткой лекции, предшествовавшей мастер-классу, Милана узнала много полезных нюансов, важных при оказании первой медицинской помощи, что, по ее словам, может пригодиться в жизни, даже если ее выбор пойдет на совершенно другую сферу. В каком положении нужно держать руки, какое положение должен быть у человека, проверить безопасность свою, пострадавшего, что не надо кричать в толпу, чтобы вызвали скорую, а попросить определенного человека или самому позвонить в скорую, описать примерное состояние пострадавшего. Попробовала тоже, сделать прямо массаж сердца. Понравилось? Да. Дополнительно оно понравилось. На встречу пригласили более 200 школьников 9 и 11 классов. Учреждения высшего и среднепрофессионального образования провели презентации по направлениям обучения, которые они предлагают сегодня абитуриентам. На сегодняшний день правильный выбор профессии очень важен. Для чего? Для того, чтобы завтрашний наш день был светлым. Это во-первых. И на сегодняшний день мы же все прекрасно все видим, как в мире все происходит и на какой уровень поднялся наш вот этот технологический весь уровень поднялся. Поэтому профессиональные специалисты нам в стране необходимы. Выбор профессии – непростое дело, и необходимо учесть множество факторов, и в первую очередь востребованность специалистов. Школьники внимательно слушали каждого спикера, знакомились с презентациями, обменивались контактами. По словам специалиста Управления молодежной политики и социальных проектов КЧГУ Марата Айбазова, будущие студенты весьма активны. Большой интерес у ребят, они подходят, задают вопросы, и мы надеемся, что мы смогли достучиться до их сердец еще. Будем рады их видеть уже в сентябре, уже в рядах нашего университета. Среди наиболее привлекательных факторов, способных повлиять на выбор образовательного учреждения, школьники назвали наличие бюджетных мест и возможность получения стипендии. В некоторых вузах она достигает 25 000 рублей. Мадина Каракетова, Мухаммед Ашибуков, Вести, Карачаево-Черкесия, Прикубанский район.